В Архангельск снова пришла весенняя ярмарка. Сегодня она открылась на Соломбальском рынке, а гости из Белоруссии привезли уже полюбившиеся жителям северной столицы мясо, сало, колбасы, сыр и масло. Я беру телятину всегда у них. Она мягкая, сочная и хранится хорошо. Даже в морозилку можно положить, а не бывает потом воды. Достойную конкуренцию белорусскому базару составляет и мясная продукция из Вельска. Здесь же рыба с Дальнего Востока. Хомуль, треска, скумбрия, окунь, клыкач, зубатка, палтус, семга и сельдь. Для любителей сладкого – кондитерские изделия из Владимира. А из Алтайского края – мед и конфитюры. Продукция уже постоянно, и поэтому приезжают, и вкусно. В преддверии дачного сезона особое внимание рассаде. Здесь она в изобилии. Многолетние цветы и клубника, а также лук-севок и семенной картофель. От местного производителя товары для здоровья, мармелад из северных ягод на агар-агар. От заостровской фирмы свинина. У нас продукция идет очень хорошо, у нас очень свежий продукт, потому что он вчера только был забит, а сегодня мы его продаем. Продукция очень хорошая, пользуется спросом. Также на ярмарке одежда и обувь. Выставка будет работать по 29 апреля включительно с 10 до 19 часов.